Как открыть свое дело? С чего начать и на какие меры господдержки рассчитывать? Об этом сегодня рассказывали тюменцам. В областном центре стартовала бесплатная образовательная программа «Азбука предпринимательства». Занятия продлятся 5 дней. Авторы лучших проектов могут рассчитывать на грантовую поддержку. А она в этом году увеличилась с 9 до 40 миллионов рублей. Идея — легкая промышленность, производство обуви. Ну, как бы так. То есть я давным-давно с этим знаком, но именно как самостоятельно заняться, ну, буду пытаться. Надеюсь, что мне курсы помогут. В 2023 году в связи с высоким спросом на участие в этом мероприятии мы увеличили периодичность, мы увеличили географию. Например, на ту неделю азбука предпринимательства пошла в Ишимском районе. В течение года мы планируем порядка 6-8 азбук.